Как хорошо, когда морозильник жужжать перестает. Вот смотрите, Римлянам 1 глава, 28 стих, послание к Римлянам 1:28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Человек сейчас так вот скажет, ну ладно, они не заботились иметь Бога. Ну вот они глупые, вот они вот такие. Они выбрали свой путь. Ну а зачем же тогда им давать такой ум, то есть они безумные, чтобы они делали непотребство? Ну, здесь, понимаете, для того, чтобы нас вычистить, для того, чтобы еще раз, знаете как, ну как золото получают? Как его раскаливают, как его... В огонь в воду. Нас вокруг, все вокруг, понимаете, вот кольцо все сужается, все это. Уже до такой степени, что уже в детских садах вся эта аббревиатура гуляет. Страшно, конечно, страшно. Но умный родитель в такой, допустим, детский сад и с такими воспитателями, преподавателями, он не поведет ребенка туда. Вы еще скажете, ну а что делать? Нам нужно работать все. Ну вы выбирайте. Выбирайте или вы потеряете ребенка, вы будете отвечать перед Богом. Вам же доверили, чтобы вы не воспитали, а вырастили. Вырастили до определенного возраста. А вы с этим не справились. Вы видите, что туда нельзя ребенка отдавать? Конкретно видите, что это бесовский детский сад? Я сейчас не обо всех детских садах говорю. Вы конкретно видите, что там творится? И вы все равно туда водите. А что хорошего получит ваш ребенок там? Ничего. То есть у них ум превратный, они делают непотребство, а вы туда водите. И потом придете на суд, с вас спросит Господь, скажет, вы что делали? Вы куда ребенка водили? У вас что, альтернативы не было? Ну, мы же работаем, ну, там это, вся эта отсебятина потом, как это, оправдательная. Уже никто слушать не будет. Никто не будет слушать. Находить альтернативы, находить все что угодно. Но только не в эти бесовские сады. Так что, ну как? Как по-другому? Они не заботились иметь Бога в разуме. То есть не было у них ни печали, ни заботы, ничего у них не было вообще, все. У них пир, квас, газ, у них все замечательно. Ну и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вот они наделают, они накуражатся здесь. И так при воротах и останутся. Не войдут в Царствие Небесное. Так и останутся. Ну, я как-то слышу вот так все это. Спасибо, Господь. Мы тут полничаем, сидим, пьем сок, томато, сельдерято. Очень неплохой, вкусный. Взяла на пробу. И с тобой общаемся. Так здорово. Спасибо тебе. За каждое мгновение, которое мы с тобой. Господь Иисус. Аминь.